Сделай прививку, получи подарок. Такую акцию проводят в Каспийске. Жители города старше 60 лет, проходя иммунизацию, получают приятный бонус – набор продуктов первой необходимости. Так администрация решила поощрять пожилых людей, которые беспокоятся о своем здоровье. Акция стартовала 20 августа и продлится до 20 сентября. Уже получили свои подарки более 10 человек. Кто-то делал прививку впервые, а кто-то ставил финальный компонент. Но все они одинаково были удивлены такому вниманию. Отметим, сделать прививку в Каспийске можно в любом из четырех пунктов вакцинации. Три из них находятся в городской поликлинике.